Ну что, открываем велосезон 2019. Все даже паутиной поросло немножко за полгода. А вот небольшая бедося, если можно так назвать, надломалось крыло. Мы с моим крестником Димой его доломали. Просто металл устал, надо будет съездить в веломагазин. Но сейчас поеду без него. Крыло на ход корабля не влияет. Поеду, это громко сказано, потому что вот очень слабые шины придется катить. Самое сложное будет достать отсюда, из этого аппендикса, велосипед. Да, на таких колесах вряд ли уедешь. Радует только, что погода весенняя, тепло на улице. Вот это вот качение велосипеда на шиномонтаж вообще как-то не улыбает меня. Может, конечно, потом на обратном пути после шиномонтажа мне уже будет немножко веселее. А пока что вообще тяжко. Каких-то 12 минут, и я уже на шиномонтаже. Спасибо. А на ходу-то настроение сразу улучшается. Ехать лучше, чем катить велосипед. Ребята с меня не взяли опять ни копейки денег, но обычно я без денег и приезжаю, потому что я только на первом этаже осознаю, когда уже сяду на велосипед, что колеса спущены. А тут я уже была подготовлена, но они все равно бесплатно накачали мне колеса. И без очереди. Они всегда велосипедистов обслуживают без очереди. Это приятно, конечно. Как я люблю говорить, понеслась. А вот еще что-то подклацывает тут у меня опять. Ой, хоть бы не вылететь с трассы. Но от велосипеда не только плюсы, есть и минусы. Вот, например, синяки. Я только что лодыжкой уже так добряче приложилась. Точно будет синяк. Но это издержки. Во время вот первой эксплуатации в этом году выявила еще одну поломку. У меня не включился спидометр. Вероятнее всего, в нем села батарейка. Надо будет заменить. Не дай бог на такой скорости упасть. В такие моменты я люблю свой велосипед за то, что он скрипит. Иногда вот люди так шарахаются меня, когда я приближаюсь, такой скрежет стоит, рама у меня, рама складная, вот она, и из-за скрежета иногда люди аж разбегаются. Обнаружила на покрышке такую вмятину, кто-нибудь знает, это опасно. В этом году очень ранняя весна, только 4 апреля сегодня я выехала первый раз. В том году, кстати, я тоже выехала первый раз 4 апреля, но тогда еще на клумбах вот тут вот лежали сугробы, был снег и было очень холодно. В этом году с погодой просто повезло. Ну что ж, велосезон 2019 я сегодня открыла. Сегодня я в новом цвете. Мне кажется, я каждый год в каком-то новом цвете открываю велосезон. Минус одежды такого термоядерного цвета, это то, что на него вот всякие мошки налипают, садятся. В общем, в Киеве градусов 15, тепло уже, руки немножко так ощущают холод, но не сильно. Но самое главное, что уже можно выходить гулять и не сидеть дома. Из-за того, что в спидометре села батарейка, я не смогу узнать, сколько я сегодня проехала километров в первый день. Каталась часа полтора, ну, каталась это очень громко сказано. Вначале я везла велосипед на шиномонтаж, потом снимала видео, что заняло тоже определенное количество времени. Надеюсь, купить батарейку в ближайшие дни, в спидометр, и уже контролировать свои нагрузки. В общем, занимайтесь спортом, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. И, кстати, Юрию привет!